Александр, здравствуйте. Ассаламу алейкум, Казахстан! Друзья, послезавтра в Казахстане будет очень жарко, потому что 23-й международный турнир GFC стартует здесь, на казахской земле, в городе Алматы, в самом хорошем городе Казахстана. Как прилетели? Отлично долетел и очень рад. Жалко, что обед пропустил, но ничего, сейчас я позвоню друзьям. Это тебя так встречают, да, брат? Уже у вас в клубе есть два пояса, да? Да. Есть такие. GFC, да. Быстро развивается организация. Почти каждую неделю бои у них. Тебе предложили бой за титул. Что ты вообще, что ты подумал, что ты почувствовал, что ты ответил? И сразу ответил два? Ну как, не сразу. День подумал, потом ответили. Что думаешь вообще о сопернике? О сопернике? Соперник опытный. Как вообще прошла твоя подготовка? Где и с кем? Как? Ну, готовился в Октябрьске, в своем родном городе. Там спасибо ребятам, которые поехали со Астаны, Супер Топ Тим. Помогали они, потому что, ну, Гойте после армии пока не ходит. А то пацаны приехали, помогали. А так все в городе, все в родном клубе. Что ты вообще чувствуешь, что дома дерешься? Добро пожаловать. Ответственность больше здесь, дома. Потому что как бы родная публика. И все поддерживают тебя. А так, да. Нравится дома.